Арендные дома в Тюменской области начнут возводить, как только Госдума примет поправки в жилищный и гражданский кодексы, а также в закон о государственной регистрации прав на недвижимость. Именно эти документы должны дать четкое определение перспективному направлению на рынке жилья. Пока изменения приняты в первом чтении, впереди второе и окончательное. В этом году нам не удалось добиться корректировки федерального законодательства для того, чтобы приступить к непосредственной реализации разработанной нами модели государственно-частного партнерства по строительству наемного жилья. Надеемся, что в ближайшее время это все-таки произойдет. По крайней мере, эти вопросы на федеральных площадках сейчас активно обсуждаются, и решение жилищной проблемы, надеемся, все же сдвинется с мертвой точки. Между тем, в федеральном бюджете следующего года на развитие арендного жилья и поддержку ипотечной системы уже заложено 20 миллиардов рублей.